Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятые Сокровища 2. В общем, за кадром, друзья мои, я качался, усердно качался, но у меня сил не хватило все здесь прокачать. За повторное прохождение дают мне, ну, уровень. Бывает, два раза приходится проходить, дают уровень. Я в основном фармил 26 уровень. Раз, наверное, 15 задолбался. Но зато я его прошел, как ты видишь, на 3 звезды. Вот, ранг у меня 42. И мы с тобой попытаемся сегодня пройти 27 уровень. Апокалипсис. Наконец, последний рубеж. The Deep. И если мы победим, то вся гора будет нашей. Дворфы тоже это понимают. Поэтому три короля дворфов собираются сразиться с нами. Долбанные три кристалла, будем пытаться их защитить. Каким макаром, не знаю. Бухарики пойдут. Мне кажется, что здесь, ну я не знаю, попробуем, конечно, но такое ощущение, что тут ну, просто, ну не получится. Просто-напросто их все спасти. Хотя надо как-то пытаться, ребят. Как-то надо пытаться, как я фиг пока знает. Будем стараться. Не знаю, что у нас из этого получится. Поможет ли моя прокачка скиллов, которых я сделал. Так, ну может быть сюда вот еще ледяную влепить. Давай посмотрим. Первый заход. Первый заход. Да. Первый заход и уже вот так вот обделаться надо было, а? Так, я еще накопил помимо этого черепки, ребята, поэтому... Сколько у меня? 310. Но я, наверное, ребята, сохраню, когда эти короли понесут наши кристаллы, а они 100% понесут их, чтобы я смог... обратно их вернуть на свои места. Ну, по крайней мере, я так рассчитываю сделать. Как уж там получится, друзья, я пока не знаю, как оно выйдет все. Хотелось бы, чтобы все вышло хорошо. Так, слушай, ну огненные у меня, в принципе, нормально прокачаны. Вызвать этого бухарика, что ли? Пускай... Давай позовем бухарика. Так, нормально. Там пойдут два, если я еще раз нажму. Блин, самое обидное, что мне даже тут вот поставить-то некуда ничего, понимаешь? Ладно, давай в бой. Ты серьезно сейчас? Вот ты сейчас серьезно? Этот чмошник просто взял и забрал кристалл, ребят. Ну это что? Ну как так-то, ну... Как ты так, гад, сделал? Просто взял и свистнул. А здесь, что ли, надо было сделать? Ну, блин. Да. Такими, блин, темпами, конечно, далеко-то мы не уйдем. Это вторая волна, да? Мы на второй волне спеклись. А, на третьей, да? Я в шоке. Честно говоря, я в каком-то шоке сейчас пребываю. Так, ну тут понятно, тут эти воришки. С воришками справляемся. Блин, да как так-то? Просто берут и... Тырят они у меня мои кристаллы. Ну это же не серьезно, блин, ну. Вот теперь вопрос, как мне их вернуть? Я не знаю, ребят.
Но надо как-то возвращать. Там еще и пираты идут. Мне кажется, не получится, ребят, у меня вернуть их. Ну, тут какое-то просто чудо произошло. Слушай, я, по-моему, в первый раз, когда играл, у меня намного лучше получалось. Да, блин, у меня даже манны нет, ребят, чтобы я мог что-то здесь сделать путевое. Их по два идет. Я попробую сейчас, знаешь, что сделать? Напугать его. Ну напугал, блин, ну. И опять на то же место вернули. Ну ёпрасы ты, блин, ну. На то же самое, друзья, место. Ладно, давай попробуем здесь. Понятно все. Все, ребят, это... это трэш. Это какая-то херобора, блин. Я даже с первым синяком не справился. Просто первый синяк берет и тырит мои кристаллы. Да-да, первый алкаш, который выбегает, он просто тырит мои кристаллы. Все. Разговор у него, блин, со мной был короткий. Свистнул и побежал. Ну, что-нибудь есть? Куда? А, вот сюда можно. Так, давай еще разок. Блин, вот я настрадаюсь-то здесь, а. Блин, может быть, все-таки надо не эти башни, а, выставлять. Как-то не заходит с башнями-то с этими. Да, от слова совсем не заходит. От слова совсем не заходит. Да, вот эту штуку надо в любом случае активировать, потому что манна нам нужна будет. И манны нам надо будет дофига, ребят. Но если я даже юзану свиток. Почему здесь-то так тормозно? Тормозно, ребята, вот работает вот это все. Почему? Я не хочу юзать сейчас в данный момент ничего. У меня здесь короткое плечо получается, понимаешь? Он... вот здесь он успевает. Эта башня, ну, она нифига, ребята, не помогает. Слишком короткое плечо. Раз, два. Ну вот если сюда еще поставить, допустим. Вот сюда вот если поставить. Да ё-моё, не хватает. До сих пор не хватает. Потому что денег 77 всего лишь. Но если вот здесь, друзья мои, они пробьют. Ну жарь ты, господи, ну! Я не понимаю этого. Я этого не понимаю, блин. Что происходит-то здесь, а? Что за дичь? Да что ж такое-то, а?
Отсюда пока враги не идут. Идут чисто по бокам. Идут чисто по бокам. И кристалл, блин, здесь оставился, а? Так, хорошо. Да ничего хорошего, блин. Ничего хорошего, абсолютно ничего хорошего нету. Блин, монетки. Ну давай одну попробуем. Получится получить ее? Здоровски, получил. Получил. Он утащил еще дальше кристалл, чем... Ну ладно, здесь, допустим, свиток. Заюзаю я. Ну, конечно же, ну, ну ладно, ладно. Более-менее, ребят, более-менее здесь. Денег-то все равно нет, ни шиша, блин. И рубануть-то толком ничего не могу. Первая баллиста появилась. Тут их дофига еще. Да. Ну почему вы не справляетесь-то с ними? Ну понимаю. Ладно, ребят, попробуем пока пройти на две. На две звезды, а может быть даже на одну. Главное сохранить хотя бы один кристалл, ребят. Причем почему-то я очень сильно сомневаюсь. И подтащил. Довольный такой, деловой. Блин, побежал с этим кристаллом, с моим. Тут особо не разгуляться. Башни, которые мне предлагают, мне не нужны. Так, допустим. Поставим с тобой еще одну баллисту. Здесь бы башню получить, но денег нету. Нету, ребята, финансов ни граммульки. Плюс сейчас побегут. Да-да-да, там кристалла нету, поэтому им хочешь не хочешь, а придется вот так вот оббегать все. Ладно, предположим. Знаешь, зачем я сюда поставил, а? Если они вот здесь идут. Давай попробуем. Че, уже волна основная пошла, да? Очень-очень, ребята, нервирует. Ой! Ёпа-маковку, я не это хотел сделать. Ребята, я не это хотел сделать. И башню еще не ту поставил. Ой, дурик. Еще и башню не ту поставил. Блин. Прикинь, вот это да, ребят. Вот это я лопухнул сейчас только что. И тем более сейчас пойдут два этих. Чем я их должен тут, ребята, контрить? Чем? Они сейчас делают пробоину. Они ее уже сделали. Все, ребята, это будет дорога напрямки называется. Это называется дорога напрямки. Ты еще не знал.
Жестко же. Ну ведь жестко, ребят, ну. Очень жестко. Так, ниндзя. 8 штук. 100% стырят здесь кристалл у меня. Ну вот, вот чувствую, просто стырят. Ну ты просвечиваться будешь или нет, блин? Хорошо, ладно, допустим, потратился, да, конечно, ребят, но все равно другого варианта не было. Два мага синяки. Блин, и денег-то нигде не подзаработать. Только, ну, здесь уже все, здесь. Здесь нам будут давать манну. Слушай, ну здесь хорошо. Конечно, ребята, когда нету у них этого подхила, блин, или ускоряхи, это, конечно, нормально. Это нормально, но все равно надо как-то. Проблемы с деньгами. Ну вот рыцари пошли. Вот как я здесь должен был, извините меня, ребята, вот спасать кристаллы? Вот я вот сейчас сижу и думаю, вот они идут со всех сторон. Со всех щелей, грубо говоря. Каким, блин, макаром? Башня моя и туда, и сюда, и ей не разорваться. Денег не дают. Повара плюс ходули сейчас пойдут. Ладно, сейчас посмотрим. Вот хорошо башня. Башня есть замораживающая, ребят. Это прям вот отдушина. Плюс свитки здесь есть. Возможно, даже нам не придется ими воспользоваться. Что очень, ребята, уже будет хорошо. Поставлю сюда огненную. Тут, видишь, тут еще так, такая, как тебе сказать, местность, где много башен не... Вы серьезно? Тут, наверное, ребята, акцент все-таки сделан больше на... На что? Акцент все-таки здесь, наверное, больше, ребята, сделан на магию. Вот эту вот башню зачем я сюда поставил? Вот эту башню на критовку. Ну зачем она здесь нужна? Она и даром здесь не нужна. На критовку, блин. Ой, броневики пойдут. Твою налево, да? Броневики, ребята. Сколько? 6 штук? Вот сюда. Как не хватает, ребята, здесь башни, а? Неужели вытащит? Я не позволю. И тебе не советую. Так. Надо было башню улучшить. Я вместо этого поставил дешманскую башню. Тут вот, ребята, местечко осталось для башенки. И все. Все, больше некуда. Некуда ставить. Остальное идет чисто на прокачку. Ладно, посмотрим. Ага, ага. Допустим. Берем вот эту. Вот эта, кстати, башня лучше, ребята, чем ифрит. Почему? Потому что она даже на ниндзю работает. Ну, правда, я не знаю, работает ли она, когда он еще... Я знаю, что если он когда виден, она на него вешает вот эту вот огненную сферу. Это хорошо.
Когда в инвизе бежит, блин, я не знаю, что там получается. Вот, смотри, видишь? В плане, все-таки, когда он уходит в инвиз, эта штука не работает, да? Плохо. Я думал, что она работает даже, когда он в невидимости. Но нет. Не работает она в невидимости. Так. Что-то получается, но что, пока не пойму. Пока не пойму, ребят. Блин, водолазы еще эти сейчас пойдут. Блин, ну. Водолаз тушит, да, эту сферу, когда он находится в воде. Это я уже увидел. Так, там заплевывает, тут закидывают. Здесь прокачиваемся. Угу. Пока неплохо, ребят. Пока неплохо. Вроде держим марку. Марку, блин. О-о-о. Ёк-макарёк. Но у меня манна, ребята, 780. Так что придется его кромсать. У нас все равно другого варианта нету. Нет. Если бы у меня, предположим. Так, я тебе, знаешь, что скажу? Склеп молнии — это полная фигня. Полная, ребят, фигня. Вот сколько у меня сейчас черепков? 350. Вот если бы у меня было бы, например, сколько? Слушай, я бы мог пройти на 3 звезды, но мне пришлось бы установить полностью ману. Ладно. Первая проба, ребята, пускай будет как будет. Надо посмотреть. Надо прицениться. Посмотреть такие моменты напряженные. Они 100% здесь должны быть. Потому что... Хотя скоро уже босс пойдет, блин. Моменты, блин, напряженные. Я вот думаю, я вот ледяную беру. А может быть, мне надо было все-таки страх? Ну, с тремя мне не справиться, ребята. Они все пойдут по разным дорожкам, блин. За кем тут контроль вести? Без понятия. Но как только они утащат кристаллы ближе к выходу, я, наверное, ребята, заюзаю все-таки. Так, здесь они не пойдут 100%, поэтому надо ближе сюда переносить. Так, профессоры и 12 алкашей, да? Да. Сюда вот нельзя башенку. Вот тут вот, да, тут еще можно одну. И свитков-то, вообще свитков-то дали-то. Сгулькин нос, ребята, раз, два, три. Три свитка лежит. Вот как хочешь, так ими и играй. Крадутся, а? Крадуны. Так, там разобрались, здесь разобрались. Слушай, я не хочу, ребята, баллисты менять на что-то. Блин, ну не они, вот серьезно, я не хочу их менять. Вот на эти, мне не нравятся эти вот катапульты, которые бомбят. Если ты хочешь знать мое мнение. Мне они не понравились. Медлительный, урон никакой. Баллиста намного лучше, как по мне, бомбит, ребят. Так, сейчас 20 ниндз. И после пойдет уже на, ребятушки, босс у нас. Ракеты, точнее, баллисты, катапульт.
Но, к сожалению, в ракете взрывчатки меньше, ну, блин, понятно. Двадцать ниндзя. Вот здесь, чувствую, пахнет керосином, ребят. Ну ты куда потащил-то, блин? Теперь давай обратно. И ты тоже. Вот так вот. А сейчас, ребят, самое интересное. Сейчас пойдет босс. Как близко, то будто не точна. Но ее ядро взрывается, разбрасывается вокруг осколки настоящее массового поражения. Да фигня. Так, ну вот у нас и первый, ребята, Ахламон. Какой там из них хил? Какой там кто? Я не помню, если честно. Им по барабану, да? Давай так сделаем тогда. Чё? Ну а что делать, ребят? Так, не забывай, что мы с тобой кристаллы заберем. А кто кидает? А, этот бочки гад кидает. Вот он схватил с собой два кристаллика. Я всю ману сфейлил. И он пошел. А эти гады не уходят, друзья мои. Ты посмотри. Так, главное, ребята, не прозевать эту вспышку. Иначе будет больно. Если мы сейчас этого завалим, он потеряет кристалл наш. Конечно же, бомбит. Есть! Он потерял, ребят, кристалл. Этот, естественно, сейчас поднимет. И мы с тобой его обратно вернем. Угу. Конечно, хотелось бы сделать на 3 звезды, блин, это если честно, ребят. Слушай, ты меня достал, а? Пора, ребят, пора. Дуст. Дерево крепкое, блин, ну. Посмотри, что он делает, а? Пора ему влепить, наверное, в морду. На. Получи. Вот так вот. Да, ребят, ну не на 2 звезды. Все-таки. Сколько? 136 тысяч экспы. Хватило буквально на один уровень. Так. Дает шанс 10%, что противник убитой башни демона превратится в огненную мину. Что ты делаешь? Дает 20%. Ну что, друзья, по факту, как бы все. Игра, ну, пройдена. Пускай не на 3 звезды, но она пройдена. Чуть позже мы с тобой попробуем перепройти этот уровень. Но для этого мне придется очень много черепков нафармить. Это придется мне еще фиг знает сколько тут бултыхаться. Ну, тяжело. Тяжело, ребята, будет сохранить все 3 кристалла. Чертовски тяжело. Ты сам видел прекрасно, да? Я здесь только выживал с помощью того, что наверху не было кристалла. Им приходилось идти по верхней дорожке, потом спускаться вниз для того, чтобы взять кристалл, который стоит посередине. Пока они это делали, естественно, мои башни их бомбили. Вот. Если он будет идти просто вот так вот напрямки,
то это будет очень сложно. В принципе, центральную дорожку можно никак не защищать. Единственное, что там потом, конечно же, пойдет король. Вот. Ну, а так, по факту, друзья мои, все. Начальная заставка была главная, да, а концовочку они почему-то не додумались придумать. Ну что ж, друзья мои, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.